Петра Божий Дионисий, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь. Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь. Санга! По массовом крещении мы, конечно, первый раз участвуем и слышали много об этом. Ну и хотели, конечно, ребенка покрестить в такой, чтобы знаменательный день, чтобы для нее это запомнилось все. Поднимаетесь сюда, и вот здесь, чуть левее, будет стоять крестного или у родителей, кто рядом, труба, что и крест. Наш храм в честь святого равнопостного князя Владимира – это был первый храм во имя святого князя Владимира, основателя, по сути дела, православия на Руси. Это был первый храм, построенный в нашей Екатеринбургской епархии. Поэтому он и сразу привлек внимание всех желающих. Здесь был, безусловно, сокровенный такой смысл, и люди на это очень так интересно всегда реагировали. Вот. А впоследствии это уже стало известной традицией. Духа. Аминь. Чей крестик? Здесь всегда праздник очень красиво устраивает, это правда. То есть, если в других церквях вот мы просто крестили, было ну, просто служба, а здесь праздник, много народу, очень много детей, это так все здорово, все классно. И лето. Ну и само ощущение, что это, ну вот, вся Русь принимала крещение в этот день. И мы своего ребеночка тоже покрестили, мы счастливы.